Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим зеркало заднего вида с монитором. Это зеркало-накладка от компании Phantom, модель RM43. Поставляется в фирменной упаковке данное зеркало. Внутри у нас находится инструкция с характеристиками и схемами подключения. Оригинальный гарантийный талон. Само зеркало. Накладка полностью пластиковая, тоненькая. Видим фиксирующие прижимные элементы. Они с резиновыми накладками идут, чтобы не повредить штатное зеркало. Подключается сугубо на 12 вольт через разъем и имеет два видео входа. На данном зеркале небольшой дисплей диагональю 4,3 дюйма. Но далее мы подключим камеру заднего вида и визуально посмотрим, как отображает данное зеркало. Так, ну и в комплекте еще идет кабель питания подключения. Вот, сейчас подключаем камеру заднего вида, и наглядно будет видно, как выводит изображение данное зеркало. Подключили камеру заднего вида к зеркалу, видим, насколько большое, в принципе, изображение, более чем достаточно для водителя. Ну, в принципе, если надо больше, есть такого же производителя, модель RM50. То есть там 5 уже дюймов будет дисплей, немного побольше. Но, в принципе, данного дисплея, как по мне, полностью достаточно, ввиду того, что зеркало всегда находится перед водителем. При покупке на данное зеркало обязательно распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость его вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.